В очередной 11 серии сериала «Невский. Чужой среди чужих» вы узнаете о том, как Семенов переживает из-за результатов ДНК. Не зная теперь, кто его отец, Семенов начинает пить. Юля жалуется на мужа Фомину, тот обещает помочь им уехать в отпуск, чтобы они смогли наладить отношения. Михайлов планирует взять душмана в лидера ОПГ, промышляющего заказными убийствами. Для этого он выпускает из тюрьмы Веню, соседа Семенова, из-за которого тот однажды едва не умер. Веня хочет стать киллером и связывается с душманом. Михайлов устанавливает за Веней слежку. Веня проникает в дом Семенова и, угрожая пистолетом, заставляет Юлю отдать все деньги, отложенные на отпуск. Семенов помогает бывшим коллегам задержать квартирного афериста. Фома безуспешно пытается наладить контакт с новым главой района, бывшим работником СИН Матюхиным.